уши могут слушать, носик может мой дышать, глазки видеть, наблюдать. Отлично! Повторяйте за мной! Маленький мизинец — это безымянный. Средний палец здесь, а вот указательный. А это большой палец. Пальцем можно сжать, можно мне так пять дать и привет сказать. А теперь поем вместе. Рот мой может, может кушать, ну а уши могут слушать, носик может мой дышать, глазки видеть, наблюдать. Это мой рот, я могу кушать, а уши вот, я могу слушать. Это мой нос, могу дышать, а это глазки, чтоб наблюдать. А теперь все вместе. О? Маленький мизинец — это безымянный. Средний палец здесь, а вот указательный. А это большой палец. Пальцы можно сжать,